правительстве края обсудили дорожно-ремонтные работы. В этом году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в нашем регионе отремонтируют 250 километров полотна. Работы ведутся хорошими темпами и даже с опережением сроков. Это очень высокий показатель относительно других субъектов России. Однако, чтобы сохранить запланированные нацпроектом объемы, необходимо ежегодное увеличение финансирования. Губернатор Александр Ус напомнил, что в правительство России было направлено несколько обращений о необходимости выделения дополнительных средств на дорожную отрасль. Глава региона поручил Министерству транспорта продолжить работу в этом направлении.